Скажите, пожалуйста, почему были задержаны сотрудниками полиции? Совершил преступление. Что за преступление? Убил молотком женщину. Расскажите, пожалуйста, подробнее, когда это было и в каких обстоятельствах? Напились спиртой, она стала обзывать меня, взял и ударил. Чем ударил? Молотком в голову. Мотив ссоры какой был? Оскорбление. Нет, она сама просто начала высказывать такие слова и образумить решила. Сначала объяснил ей, что так не делается, не говорится, а потом взял и ударил. Ранее были судимы? Да. Сколько раз? Много. Признаете свою вину? Конечно. Скоро.